Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть в BioShock. Так, что у нас на подходе? Платные туалеты. Осторожно. И будь любезен, опусти оружие на секунду. Девочка. Так, я за тобой, эта девочка. Думаешь, там ребенок? Не обманывай себя. Она теперь одна из сестричек. Кто-то пришел и превратил очаровательную малышку в чудовище. То, что ты считал добром и злом там, на поверхности, здесь, в восторге, не имеет никакого смысла. Эти сестрички — носительницы Адама, генетического материала, на котором держится все в восторге. Все его желают. Всем он необходим. Блин. Даже не знаю, ты меня напугал. И что мне с ней делать, с этой малышкой? Я должен с ней поговорить или что? Ну, давай посмотрим. Хрен тебе. Ты девочку убил? Завали эту тварь. Вот и так и надо с ними. Падла. Это большой папочка. Она собирает Адам, он ее охраняет. Так, здесь что у нас? Понятненько. А я могу через этого перепрыгнуть? Нет, не могу. Счастливый парень Сандра Холл. Так, давайте-ка я сохраню лучше. Что-то я боюсь этого папочку. Так, я понял одно. Не надо бить детей. Ой, не надо. Интересно, это она собирает этот дам, и он не сможет из меня его высосать, в случае чего. А сидела, смотрите, такая девочка, да, в труп вот в голову что-то втыкала. Издевалась над трупом. Так. Господи, тут трупы, трупы, трупы. Весело. А где пистолет-то у тебя? Кто еще остался? Блин. Welcome to Paris. Или что там написано было? Тебе что, пофигу, что я тебе стрельну, что ли? Да, я могу подождать. Ладно. Я посылал ей цветы каждый день, а она целала их назад. Понятненько. Не пробить. Не пробить. Так. Это что за солнце? Всякая хрень, может. Мы улучшим себя с помощью плазмида. Короче. Пожалуйста. С тебя даже взять-то нехрен. Тут что? Вау, смотрите. Если не ошибаюсь, там большой папочка завален.
Это значит что-то, что-то живое, да? А девочки нету. Ну, я сомневаюсь, конечно, что он мертв, прям так мертв. Так, а надо было молнией поди, да, просто бахнуть туда. Сводка новостей. Понятненько. Ты меня куда-то в дебри тащишь. Ладно, подожди минутку. Подожди. Что-то подобрали. Вот здесь все в крови, правда. Это как предосторожность. Вон туда мне, да? Ага, все, значит, все обыскивать надо. Это как помоечная такая, так скажем. Немного игрушка тут, как повал. Всякую хрень надо. Спокойно. Что случилось? Натихо вы! Блин, ни хрена, я бы знал, откуда не выпрыгнул. Ну-ка. Я бы знал, откуда не выпрыгнул. Так. Теперь понятно, тут никого, ничего нету. До определенного момента. Можно идти собирать. Так, туда пока не стоит идти. Так. Вот сюда потом бахнем молнию. Сохраним. Так. Так. Все, здесь больше ничего нету. Полируем туфли. Тревога включена. Подожди. Тебе там, может, ничего и не надо. А мне-то надо запастись. Запастись и бежать. Так, что мы видим? Открыть выход прямо отсюда. Так скажи мне, друг, какие мерзавцы тебя послали?
Волки из КГБ? Или шакалы из ЦРУ? Послушай, восторг — это тебе не затонувший корабль, который можно грабить. А Эндрю Райан — не наивная девочка, которую правительство может обвести вокруг пальца. Идут, на этом да? Все. Гудбай или до свидания. На любом языке, на каком пожелаешь. Падлы. Кто первый прорвется? Бегу, закрывай. Смылся. Посмотрите кучу зданий или карту, блин. Да, немножко напряженно, конечно, все это дело. Медицинский павильон. Твари меня напугали очень сильно. Вот ты и познакомился с Эндрю Райном, кровавым королем восторга. Будь он неладен. Теперь ищи доступ к аварийному выходу. Так. Блин. К Аполлону, значит. Нет, я потом, извините, у меня по деньгам это очень мало, чтобы что-то либо взять. Свободный, попозже. Свободную волю и свободную. Для шоу нам нужны еще. Так. А как? Открыть ячейки. Так, ищите сегменты трубы. Так, открытая, скрытая ячейка. Поднять трубы, поменять их местами так, чтобы получилась единая линия. Поставьте. Откуда, куда надо? Так. Ну, я думаю, вот так вот надо. Ага. Так, все понятно. Давай сначала здесь посмотрим. Берем все. Мы непривередливые. Давай пойдем за мной. Что у нас здесь? Ничего, так. Ладно. $10. Что-то. Ага. А куда надо вести-то его? Thank you.
Так. Я понять не могу, как. Ага. То есть это еще связано с риском. Так, где у нас тут? Вот так. Так. Сюда. 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 Еще одну такую. Вот сюда. Взлом успешен. Так. Добро пожаловать на распродажу. А что мне надо? Патроны. Электрическая картечь. Бронебойный. Бутылка водки немного повысит ваше здоровье, но понизит уровень Евы. Так. У меня это есть, ну, вот. Патронов, если только взять. Так, ну этих-то у меня еще и не было даже. А, ну, давайте возьмем, кого нам терять, все. Давай, давай, хреначи. Сомневаешься в моих словах? Воу, захреначи. Захреначи. Да. Блин, ты с каким-то дробовиком же был. Это что? Повысили. Не идет, да? Так. Кино, давайте посмотрим. Куда мне наверх? Ну, я так понимаю, потом мне туда надо будет. Просто мы наверху сейчас что-то откроем. Стоять. Ага. Это ты, мой друг. Доступ временно ограничен. Благодарим вас за терпение. Если хочешь воспользоваться аварийным выходом, тебе нужен ключ доктора Штайнмана. Это он тут всем заправляет. Но не рассчитывай, что он тебе отдаст ключ просто по доброте душевной. Штайнман добротой никогда не стучится. Да и есть ли у него душа, я очень сомневаюсь. Что-то я сделал. Ну вот. Тревожил осиное гнездо. Не на покое. Так.
блин. Тихо. Не вижу, не вижу. Где ты, где ты? Она тоже хотела сыграть эту роль. Ну вот. Да ты меня сразу вырубила, ну хрена ты. Я от тут. Тебя ползет зараза. Стандартная процедура. На тебя зараза. Я тебе дам зараза. Ну ладно. Надо было взять плазмид класса Б. Где ты прячешься? Да, беги. Все вы люди жалкие ничтожества. Да, да. Подожди. Спасибо, что пришел. Это долго не продлится. Оно вернее. Да сейчас. Нет. Подожди. Надеюсь, да. Было весело. Очень весело. Давай. Так, что у нас тут? Ага, я туда как? Я туда не попадаю, да? Так. Я вообще сейчас ничего не одупляю, подожди маленько, блин. Звезда. Какого хрена вы ко мне пристали? Так. Жук, пережук. Ну-ка, пойдем со мной. Так, мы сюда зашли. Стоит только уйти. Моя кукла. Они убегают. Ловите скорей. Да. Я вот здесь вот что-то сделал. Все забрал я здесь. Та сетка так и не открылась, получается. Как-то мне как-то не так показывал, что ли? Как ты мне показываешь, я так не понимаю маленько. Что такое, Мэри? Неважно выглядишь. Голова кружится, подташнивает, а временами вижу то, чего на самом деле нет. Это передозировка плазмидов, Мэри. Тебе просто надо немного меньше их употреблять. И опомниться не успеешь, станешь как новый. Ты обещал меня сделать красоткой, Штайн! Обещал сделать красоткой! А теперь посмотри на меня! Посмотри на меня! Хирургическое отделение. Так, 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 так.
Берегись Штаймана. Этот ловкач обустроился в хирургическом отделении. Если хочешь его найти, иди по следам крови. Блин, там что-то есть. Помни, любую из этих машин он закоротит без проблем. Стоит только ударить по ней электроразрядом. Так. Так. Так это получается временный эффект. Откуда, куда надо вести? Ой-ой-ой-ой. Так. Ага, так оно не идет. То есть надо вот так вот. Опаньки. Опаньки. Вот так вот. Спокойно. Все нормально. Сделал. Все равно она никуда не годилась. Не прось. Относись ко мне как подобает. Ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Да. Так, машину уничтожили. Я лупаю! Да, да, тихо ты. Ладно. Кто, где еще? Так, надо быстренько, быстренько все. Так. Так. Ага, надо обойти. Ой. Давайте сохранимся. Бейте ее! Дебильный, блин. Так. Где еще что есть? Я, блин, боюсь тут ходить, тут маньяк на маньяке. Иди ты на небо за звездочкой. Лечение. Лечение, так. Давайте. Как я понимаю.
где тут? Твою ж мать-то. Лечение мне пока не надо, как я понимаю. Сюда. О, уйди. Блин, мне что тебя взломать надо как-то, не знаю. Тихо. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!